Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктория Брейлис, и сегодня у нас очередное сердце. Я в первую очередь, как обычно, делаю контур на прянике. И заливаю пряник жидким айсингом. Здесь у меня натива кондитер и Soft Ice. Soft Ice — это сухая глюкоза. Есть много аналогов. Il Gloss — просто глюкозный сироп. На 100 грамм сухой смеси айсинга мы берем 1 чайную ложку глюкозы. Нам нужно просто залить пряник, разровнять айсинг и отправляем его сушиться. Отправляем сушиться в разогретую до 40 градусов конвекционную печь минут на 7. Пряник подсох. Я использую густой айсинг и насадку. Смотрите, вот такая вот. И у меня есть черный айсинг густой, которым я буду делать полосочку на прянике. Разрез очень тоненький, и видно, что прям полосочка как ниточка. Тонко и аккуратно. Я круглой стороной поворачиваю к себе, острым краешком от себя. Это самый простой вариант цветка. Я стараюсь не выходить за линию. Вот так. Здесь можно на самом деле воспользоваться двумя способами. Можно, как я сейчас, ставить точечки айсингом, очень мелкие. А можно обыграть ситуацию и сделать, ну, скажем, упрощенный вариант. Взять мак настоящий и в этом месте просто посыпать вот этими черными зернышками. Чем ближе вы идете к серединке, тем концентрация больше. Я также буду использовать зеленый цвет. Серединку ставлю. Представляем, что это, ну, как бы мы не представляем, мы видим, что это половинка цветка. Соответственно, делаем половинку. И с середины цветка не только лепестки, но и саму внутреннюю часть, коробочку. Вот такая вот история. А у нас один лепесток немножко вылез за пределы полоски. Ничего страшного, мы положим линию еще одну рядом, они должны быть прям четко параллельны. И здесь вы можете уже написать какое-нибудь пожелание, дату поставить, инициалы, имя, слово, вот все, что вам нравится, да? То есть тут можно как раз и поздравить женщин с 8 марта и поставить дату свадьбы. То есть такой универсальный пряник. Можно оставить абсолютно вот в таком виде, какой мы сделали. А можно добавить бортик. Я опять ставлю наши капельки. Вот
вот такая вот красота получилась. Мне уже очень нравится, потому что пряник с цветами, еще и с красными цветами, такими большими, смотрится всегда эффектно. И, ну, давайте здесь что-нибудь напишем. Тут можно также интересно обыграть историю с этими полосочками и сделать надпись не, как мы видим, сердечко, а именно вдоль. А я с вами прощаюсь, и мы встретимся в следующем видео.